Посмотреть полные бои ты сможешь на сайте ACA и в их соцсетях, ссылка на все в описании. Очень активно начали бойцы этот поединок. В стойке был паритет и пошел в борьбу Хирмагомедов. Пошел удачно. Дальше очень долго и качественно Гаджимурад контролировал Виталия, не давая тому выбраться. Полная доминация в партере от Хирмагомедова и этот раунд за ним. Второй раунд очень уверенно начал Виталий, буквально гоняя по клетке Гаджимурада. Хорошо Слепенко контролировал дистанцию и накидывал удары. Хирмагомедов же работал на отходе, не так часто попадая. В середине раунда в Виталия вселился Шона Мэйли со своим баскетболом. Но насколько это эффективно, увидим в конце поединка. После очередного психологического выпада со стороны Виталия, Хирмагомедов смог поймать момент для себя и перевел Слепенко в партер, где бойцы провели весь остаток раунда. Очень хорошо чувствует дистанцию Слепенко, отлично двигаясь на ногах. Однако в этом раунде не так много смог донести Виталий, больше забирая территорию и оказывая давление. Чуть точнее, в контратаках даже был Хирмагомедов. Ну а в конце раунда Гаджимурад смог оформить тейкдаун, который, на мой взгляд, сыграет ключевую роль в решении судей. Ну а судьи единогласно решили, что победителем в этом бою оказался Гаджимурад Хирмагомедов, с чем мы его и поздравляем. По-братски не поленись, лайк, дизлайк, коммент, подписка, просто прояви активность. Остальные бои по ссылке в описании. Посмотреть полные бои ты сможешь на сайте ACA и в их соцсетях, ссылка на все в описании.